Есть цель? Ну да. Добрый день. Меня зовут Ищенков Валерий. Я представляю движение «Возродим вечный огонь», город Даугавпилс. Я хотел поприветствовать всех участников учредительного съезда Конгресса неграждан. От лица даугавпилсской общественности могу сказать, что даугавпилсские общественные организации готовы бороться за права неграждан и, более того, уже активно и не раз участвовали в различных мероприятиях для того, чтобы неграждане получили гражданство Латвийской Республики. Приближается 9 мая, и в этой связи в Даугавпилсе родилась общественная инициатива, которую мы назвали «Возродим вечный огонь». Вечный огонь – это символ. Символ борьбы, символ веры и справедливости, который, на мой взгляд, должен быть возрожден. Возрожден как символ борьбы за историческую и социальную справедливость. Спасибо.